Вот такой кукан для подводной охоты. В комплект входит собачий карабин, игла с веревкой из просмоленного капрона, заканчивается клеммой. А также входит карабин для крепления кукана к поясу и пряжка. Карабин и пряжка устанавливаются на грузовой пояс в петли ремня на грузах. За пряжку цепляется карабин хвостовой части. А ухо иглы цепляется за карабин, за собачий карабин. Отцепляем, насаживаем рыбу, находим пальцем конец карабина, одеваем иглу. Находим иглу, упираемся большим пальцем в конец карабина, нажимаем, отстегнули. Находим конец карабина, иглу держим в руке, нашли, контролируем, пристегнули, отстегнули, застегнули. Все делается на ощупь. Пристегнули, отстегнули. Даже в холодной воде, в 9-миллиметровых перчатках, все можно на ощупь найти. Закончили охоту, отстегнули карабин, соединили кольцо и подали кукан на катер. На катере разомкнули кольцо. Разомкнули кольцо, отстегнули верхний карабин и выдернули кукан из рыбы. Она сразу вся снялась в ведро или мешок.